Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Что это, понять трудно. Сейчас распечатаем, посмотрим. Так, это корректирующий такой карандаш для удаления царапин. Это что-то непонятное. В общем, стоимость этого карандаша 80 центов. Видим, 30 мая 2016 года запакован. Скорее всего, дата запаковки. Распечатывать я его не буду. В общем, вот такой вот карандашик на сайте GearBest. Добрался сюда за 3 недели. В общем, карандаш для удаления различного рода царапин. Как работать будет, я еще не знаю, но проверим. Заказ был сделан на сайте GearBest. Доставка 3 недели. Это все. Всем спасибо. Всем пока.